Здорово, бойцы, на связи Флэс. Усадьба 2 на 2. Команды вроде как равные. Ну, в нашей команде есть я, поэтому мораль минус 10 и плюс 110 к шансу пробить танку противника после фразы «он меня не пробьет». Так, значит, я играю за японцев, я даже не знаю, с чего начать, начну, наверное, с элитного пулеметчика, там посмотрим. Так, автоматчик, зачем? А затем, что здесь мне нужно укрепляться. Если меня здесь будут непрерывно атаковать, мне нужно как минимум быть к этому готовым. Так, а мой союзник, кстати, решил начать с Кубеля. Он играет за немцев, я за японцев. Ну, собственно, состав вы видите, что я вам об этом рассказываю. Этот я сейчас поставлю сюда. Так, пулемет пока что здесь у меня побудет. Я на центр не побегу, мне нужно убедиться, что здесь не будут нас прессинговать. А это очень важно на карте усадьбы, потому что вот этот флаг на самом деле делает чуть ли не весь бой. Либо ты его теряешь, либо ты его непрерывно давишь, смотря с какой стороны ты играешь. Да-да, я рифмоплет. Значит так, ну, что-то так понимаю, никакой атаки не будет. Ну и хорошо, значит, мне можно даже здесь как-то окапываться, снижать шансы дальнейшего развития атаки у противника. Понаставлю брустеров, возьму танкистов, потому что они круты. Ага, так, тихо, флаг-то я не беру никак. Вот этот пулемет, мне бы его как-нибудь все-таки поставить. Можно даже, наверное, вот так, подальше. Просто здесь такая прям замечательная, кстати, позиция, углубленная. Чисто контролировать центр пулеметчик, я думаю, лишним не будет. А, понял. Автоматчик поплыл, немец. А, я даже никак не могу доползти до этого флага. А, собственно говоря, где противник? Где хоть какое-то сопротивление? Потому что я, получается, вообще бездействую. Еще больше танкистов. Богу, танкистов. Так, у меня тут двойняхи прибежали. Подальше, значит, поползут. Сюда, сюда. Ну, еще одни. Ну, им тоже сейчас найдем какой-нибудь сектор. Так, а, пушку какую-то взяли. С пушки стрелять по Кубелю, ну это, конечно, такое себе занятие. Я вот здесь вот поставлю бурстер, просто, ну посмотрите на эту выемку. Ну сюда просто он просится всегда. Так, а вот и выбили нас с центра. Я могу, конечно, взять Хаго, но там двухфунтовка. Мало ли я, наверное, что могу и сделать. Так, а вот и брустеры мои понаставились. Неплохо. Я буду, значит, с пулемета шпиговать свинцом добрым. Атаковать, ну, пока что никто из нас не атакует сильно. Так, одного, наверное, сюда. Один. Ну-ка, сюда проползи. Так, ну и камикадзе, конечно же. Камикадзе пошли в дело. Мы все ближе и ближе, кстати, к центру. Я, наверное, все же еще бы понаставил мешков с песком. Для того, чтобы было. Ну и моя вот эта бригада целая из пяти самураев. На флаг, я так понимаю, центральный забили абсолютно все. Что мы, что наш оппонент. Ох, как. Как там весело все по пехоте. Тоже сильно не рыпаются. Хотя вот эта вот толкучка отрядами, я не знаю, зачем она такая нужна. Нет, можно, наверное, даже пробежаться сюда, что время зря терять. Все равно здесь никого нет. Мои танкисты уже в этом убедились. Ладно, пусть пока тогда центр будет ничейный. Есть время для того, чтобы всякие такие темные дела свои организовать. Значит, вот этих ребят, которые сейчас там занимаются гастарбайтерством, их надо бы вынести, но не успели. Черт, это будет сложно теперь. По кому стрелять-то? Ну все, они сейчас стеной встанут. Ну все, отправляемся в путь, мои хорошие. Я надеюсь, что по пути у вас не встретится никто. Значит, какой танк взять дальше? Т-60, а у меня вообще ничего нет.
Чиха 57-47, я не знаю. Возьму Хои. Потому что, ну, карта как раз-таки вынуждает взять какой-нибудь навесной танк. Хорошо бы, конечно, моему союзнику взять именно пазик. Ну, в принципе, какая разница. О, черт, а зачем я этот Хои-то взял? Вряд ли я что-то сделаю, наверное, этому. Это 60. Ну так, хотя бы отпугну. Так, что он взял? Люкса взял. Опа, опа, опа. Тихо. Пока постою, подожду. Может быть, как-нибудь и убью. Так, а мне будет сейчас... Туда бы... Пум. Божественно. Эрликон готов. Эрликоша. Отлично сыгран. Да, банальщина. Подбить с грузовика, о, с грузовика, я говорю, с танка грузовик, а именно с фугасного навесного танка. Не думаю, что прям много ума надо. Вот не хочу стрелять, потому что наверняка выкопаю, так скажем, ямки, и будет неприятнее, гораздо неприятнее воевать. Пусть он лучше с люкса, наверное, расчищает, пусть он даже не стреляет. Что-то прям много слишком глаголов сказал. Так, а как можно пройти? Ну, по-любому же можно. Я не хочу просто убивать никого. И попробовать как-нибудь проползти незаметно. Это кто такие вообще? Партизаны, партизаны. Ну вот заодно посмотрим невидимость этих камикадзе, проверим их. Так, мне там маякуют. Совсем, кстати, не слышен звук маякования. Надо бы как-нибудь поработать с этим. 2 фунта. Стерлинги надо выносить. Тип-тип-тип-тип. Ну, кстати, их не видно. Камикадзе, имею в виду. Все отлично, кстати. Т-60 там мы понапробивали. Ну, наверное, все-таки мне придется эти выемки понаделать. Пока что подальше. Вот она, 2-фунтовка. Да-да, вижу. Сейчас постараюсь спасти люкса. Не получилось, к сожалению. Но я просто не знал, где она. Мне нужна была информация. Я, конечно, узнал, но слишком поздно. Стоило нам это рысика нашего. Хотя, кстати, его можно... Нет, нельзя его починить. Потеряли. Досадно. Не очень хороший размер. Так, короче, надо атаковать уже центр. Чем атаковать? Десантниками не хочу. Летными снайперами не хочу. Блин, как тут пройти-то? Да и здесь же наверняка кто-нибудь есть. Ну, можно типа радикально все сделать. Подвести сюда еще 3-4. И каждый убьет по пехотинцу. О, какой план. Вижу, только... Черт. Че на мой танк-то упоролись, друг? Он еще и снаряды отбивает, шикарно. У меня бронебойщиков совсем нет. Там СД-шка поехала отвлекать внимание. Ну, кстати, может быть и хорошо, может быть это мне и помогло. Сейчас уничтожу фунтовку. Только, наверное, камикадзе я сейчас все-таки спалю своих. Они же там подползают. Зря, наверное, этими камикадзе сейчас занимаюсь. Нам бы все-таки центр-то бы занять. Но начну с орудия. Хотя бы его вынести. Я сейчас просто смотрю на вот это, понимаете, у меня немножко тревога. Так оно отвлекает. Так, господи, ну... Мне чину сейчас брать, а это такой наиболее мощный танк, который я сейчас могу взять, не очень хорошо. Все же, наверное, стоит моему союзнику какой-нибудь танк взять. Ой, как же плохо все на самом-то деле. Ерундой занимаюсь. Нет, нет, все. Надо бы перестать. Все, там вроде бы крусайдер разорвался. Я даже не понял, как. Тогда все же добиваю я эту пушку. Не добил, нет. Ну ладно, возьму тогда чито и буду дальше. Че он взял? Все, может даже чито не брать. Хотя если еще он подобьет, то все, слава богу. Фунтовок нет. Только танк, наверное, мне стоило держать на траке. Там еще и Кромвель подъезжает. И вся просто свора эта. Британская, советская. Не, нужен что.
Не, я туда не буду стрелять. Я им точно ямку хорошую выкопаю. Ладно, твоя взяла. Никто не попал. Пусть они выигрывают сейчас нас по очкам. На самом деле, зато по вот этим очкам они нас не выигрывают. Что-то я не сильно верю в панзер. Но верю в союзника. Сейчас вот его стрельба на самом деле повлияет на то, что я возьму либо отряд пехоты, либо... Ну, отряд пехоты брать, когда там столько танков, не вариант. Все же, наверное, я возьму чито. Ну, давай... А, ну тут... Не-не, чито возьму. Надо хоть как-то повесить, а то я тут сам собой... Спокуха, спокуха, вообще не паникуй даже. У нас все нормально. Сейчас как чита-танк поедет в дело. Так, все будет хорошо. Аж хуи, я думаю, ошибкой была. Не нужен он мне был. Вообще ничего не надо было брать. Так, все, этот пошел в бой. Конечно, стоит начать, наверное, с Кромвеля. Это наиболее неприятный танк. Так, мне, наверное, все-таки видеть, откуда стрелять. 130 дистанция. Так, панзер сгорел. Доверяю этим панзерам. Но этого тоже не хочется, черт возьми, упускать. За двумя зайцами погонишься. Как мы знаем. Я не понимаю, я что там подрываю? Вот так. Вот, понимаете, танк, который никогда не подведет. Сейчас буду помогать своему союзнику. Нам пришлось немножко потерпеть, потому что мы не очень правильно юнит, что ли, вначале подобрали. Так, сейчас вынесу троечку, 34-ку. Если мне, конечно, это сил хватит вообще. Как я говорил, 57-я не пробивает чито. Даже с такой дистанции. Сейчас выношу так... Блин, ё-моё. Ё-моё. Отстойно. Это все планы портит. Портит планы. 34-ку, конечно, подбили, но... Ну-ну-ну. Пехоты теперь у меня нет. Придется еще немножко потерпеть, наверное. Из хорошего мы подбили кроме. Из плохого я действительно уже начинаю плохо реализовывать свое время и подставлять союзника. Здесь тоже ничего не хочу брать. Ну все, хотя бы сбил флаг. И то хорошо. Там пулемет мой работает. Я надеюсь, что я починю чито. Так, Черчилль крокодил. Да? Чем вот его выключать, я пока что слабо представляю. Сорян. Чё-то я какой-то вообще юзлос в итоге. Своих только подбиваю зазря. Так, ладно, может быть, все-таки начать вот этих истреблять. Давай.
Просто это их немножко потеребит, я думаю. Но это они наверняка заметили. Так, тихо, тихо, тихо. Не тем занимаюсь, вот. Кошмар, конечно. Ладно, флаг еще подержим. Мне что-то такое ощущение, что они даже не заметили то, что я там к этими камикадзами сделал. Попробуй подбить его сам. О, молодец, вот красавчик, красавчик. Все мои изъяны исправляет. Вы, давайте, мои хорошие, вперед. Если вот эти камикадзе прорвутся, я хоть немножко оправдаю имя императора. Так, пока что так. По пехоте чисто. Минус красногвардейцы. Ну, кстати, вот эта вот ядерная граната, которая котелок, она может взорвать крокодила. Нет, заметили. Главное не дать им танк взять. Они, мы их измором уже берем, все, уже окончательно. Они слишком много юнитов сливают. Я хочу, чтобы меня этот хуи уже подбили, он отвлекает меня сильно. Зачем они так поставили, непонятно. Этих я расстреливаю все равно. Хотя нет, хуи тоже есть польза своя. Так, ребята, ну почти добрались. Молодцы, молодцы, чуть-чуть осталось. Возьмут они какую-нибудь арту, мы и к этому будем готовы, понимаете, в чем прелесть. На гусле. Тихо, тихо, тихо. Господи, на эту хрень вообще не попадет никогда, по-моему. Так, стоп, радист. Радист. Хорошо, хорошо. Очень, очень много я просто чудовищных ошибок допускаю. Очень, очень много. Так, Валентайн еще к нам едет. Вижу. Не надо? Чего не надо? Радиста брать или в танк садиться? Надо. Просто если сейчас мы вот это совсем разберемся, а мы разберемся, у нас будет все изумительно. И бой, по сути, сделан. Я вообще потерь никаких не понес. Я говорю, я здесь подставляю своего союзника под удар. Мразь я такая. Я не специально. Ну ладно, как бы в свое оправдание могу сказать, что фраг засчитался моему союзнику, он это больше заслужил. Я даже с этим согласен. Так, я здесь еще как-то Валентайн подбил интересным образом. Все нормально, там еще одна 34-ка. В принципе, ничего они сделать уже особо и не смогут. Я не помню, там 17-футовка, она на ходу или нет? А у меня вот пехоты маловато. Ага. Вот для этого-то я и берег. Черт, миллиметров. Дистанции не хватает. До свидания. Так, опять мой танк подбили, да? Я даже 17-футовку не до конца. Подбили опять? Господи, да что со мной не так-то? Так, понял. Пошла атака. Пошла атака. Я уже из спецюнитов ничего взять не могу. Вижу я. Как-то с юнитами вообще не определенность. То ли я разучился играть за японцев.
задавил пулеметчика. Это 10 из 10 сейчас было. Да. Ну, слава богу. Хуи убили, и наконец-то я могу взять пехоту. Мне надо было сразу играть от пехоты. Спасибо, спасибо. Так, ну, может быть, кстати, эта мина сейчас и поможет. Эффект неплохой, кстати. О, побежали. Не. Все, отступаете. Все, бегу на центр уже, в конце концов. Надо было мне, короче, играть пехотой. И не выпендриваться всякими там камикадзами. Это гранаты сами кидает. Все, короче, я начинаю атаковать. Опа, опа, опа. Так, крусайдер, еще куча всего. Так, тогда один бронебойчик мне здесь нужен сейчас. Так, пулемет сюда. Здесь, ребята, добегайте до флага. Надо все делать быстро, быстро, моментально. Не теряемся. Уже даже довольно опасно становится. Так, один. Здесь мне, к сожалению, не нужен. Я зря его сюда подогнал. Хотя, может быть, и не зря. Нет, он меня расшинковал. Откуда у них столько юнитов, я понять не могу. Неужели у нас настолько все плохо по очкам? Е-мое. Хаго тогда. Еду. Так, мина спас. Брусвер, точнее, спас там. Кого надо? Чито. Че с чито? Чинится? Нет, не чинится. Как подбить? Чем я побежал? Чё там? Тигр. Хорошо, что тигр есть. Да, молодцом. Ну все, закончатся у них очки или нет? Ну, в самом-то деле, мы уже все у них сожрали там. Не, там пушка еще есть, которую я не подбил с мины. Там же мало, этого калибра не хватает. Да отстань, ты-то хоть отстань, а. Ну, ясный перец. Потерь у меня нет вообще. Я никогда так за японцев еще не играл. Ну, все, на пушка, надеюсь, отвалится. Наверное, беру вот такую машинку. Все, 17 фунтовки нету. Пехоты не могу взять. Господи, из-за камикадзе, что ли, я не могу взять. Либо у меня просто много пехоты. Давайте все, побежали вперед. У меня радист еще бесполезно есть. Я никогда от радиста не играл. Я так взял чисто, чтобы подбить того Черчилля. Ну нет, тут все уже сделано, как бы. Измор дает о себе знать. А, это я прям под бронебойщика, что ли, бегу? Ну да. Отчаянный. Черт, здесь оказалось, ребят, куда больше, чем я рассчитывал. Ладно, тогда сейчас еще один будет рейд хагохой. Камикадзе у меня бесполезный, радист бесполезный. Хои, по сути, был не нужен. Чито я вообще неграмотно с помощью чито сыграл. Ну хотя он мог выжить, если бы мина с первого раза подбила пушку. Хотя она, в принципе, должна была подбивать с первого выстрела пушку.
все откатываются. Где-то кто-то выжил. Так, смотрим на результаты. Что произошло? Да хотя по очкам вроде бы как я и... Ну не то, что прям бездействовал. Но в бою это было видно как нельзя, кстати. Самое такое подходящее слово, каким можно охарактеризовать мою игру в данном бою, это вялость. Причем абсолютно, я бы сказал. Опять какая-то крыса там. Вот я удивляюсь на самом деле, какой бы результат боя, исход точнее боя, не был бы, всегда у противника какого-то черта найдется в кустах бронебойщик, который подобьет мой разведтанк. Все. Таджики в бой. Пора вас уже пускать-то в расход. Ну, сам-то деле. Взорвись, господи. Нет, пощады. Ничего не отлично сыграно. Даже они себя не оправдали. Понимаете? Пожалуйста. Да ё-ма. И даже этот не взорвался. Господи, из чего они слеплены? Вперед. Ну, хотя бы один тогда беги. Сделай свое не грязное, а доброе дело. С дэшкой отойди. Все, взорвал. Отлично. Я опять, кстати, союзнику подарил. Это еще один мой подарочек. Вы думаете о союзниках? Не забочусь. О, как. Считайте, Черчилля подарил и Ису. По очкам, можно даже сказать, ну так формально, у меня и больше очков. КВ. Не еще умудрились КВ взять. И у меня очки подъехали. У меня очков еще на две войны хватит. Я настолько бездействовал здесь, что получилось, как получилось. Зато можно сказать, что этот бой был... Чего? Я понял. Да, я понял. Это ультрафейл, по-моему. Ну, хотя не, нормально. Я думал, он до конца подбил. Я просто вспомнил. Спасибо, спасибо. Теперь мы квиты. Хотя квиты. Что значит квиты? Я тебе должен в этом бою, по-моему, за все мои грехи. Многократно уже. Так, ну типа остался последний КВ, я могу взять чито. А, у меня сигнальный пистолет есть. Если его поставить на трак каким-то чудом, а у меня есть еще и такая тема. Только починить бы ее. Если Хагу отправить, Хагу не пробьет, скорее всего. На траке, кстати, КВ. Наверное, сигнали пистолет отдам морпеху. Все-таки ХП побольше. ХП решает. Да стой ты. Так, ты лишнее все забирай. Даже бери радистовую шапку. А вообще, кстати, сигнальный пистолет очень хорошо отдавать камикадзе. Я вот только сейчас об этом подумал, и действительно, это было бы неплохим, наверное, решением. А, понятно, он подбил КВ с помощью тигра. У меня еще никогда такое не получалось, но подбил тоже, якобы подбил. На самом деле, игра показала фиг. Она лучше знает, когда танки подбиваются, а когда нет. И на самом деле, сейчас КВ остается на ходу. Мне еще дистанции не хватит.
Хаго, едь-ка сюда, расчисти путь для моего рудиста. Это партизаны, они даже если начнут стрелять, у них пульки вместо патрон. Сейчас, наверное, уже заметил, нет? Тигр расчищает зону. Ну вот, уже в этом и нет смысла. Так, господи. Я думаю, троих хватит. Сигнальных огней. Че он кинул? Надо последний раз. Ах тебе, ладно. Забудь. Все, как бы до конца добили. Я могу опять сказать, что что-то сделал полезное. Ну, из полезного я также починил Валентайн. Радист у меня в итоге живой. Эх, я играю за японцев пассивно, используя радистов, минимально сливая Хаго, да и в принципе пехоту. Как-то не похоже, не похоже даже. Откуда? Где-то оттуда. Из тени. Бам. Хотя ПТРД, кстати, могла бы и с первого подбить. Что-то как-то обижает игра даже. Понимаете, мне даже ПТ-стрелок не подбивает Хаго. Вообще что-то не так с этим боем. Так-то обычно выносит через здание даже. Да. Еще один. Все, у них очков нет. Они все очки слили. Это было видно по бою как нельзя. Атаковали, атаковали нас, атаковали, атаковали. Я, конечно, чересчур был самоуверен в себе. Слишком спокойно даже как-то играл. Конечно, так лучше нельзя делать. На вальяже решил все провернуть. Но игра чуть было... жестокую науку мне не подкинула, что так делать нельзя. Вот что значит играть с модератором? Всегда поддержит. Можно сказать, даже я ставку в основном на него и сделал, а не на себя и не на японцев, тем более. Ну, как-то так. О, Валя, Валюша. Валька. Берем все. У нас так клином на карте все выстроено. И впереди так победоносно стоит Хаго. Я еще один японский морпех. Так, так, так. Там танкисты бегут. Здесь встретитесь. Да, обижает азиат. Ну, я, кстати, вот в своем видео про любимые юниты, которое так и не вышло в свет ввиду того, что я переустанавливал систему, у меня все мои фрагменты удалились. Там был тигр-ветеран, я всегда о нем положительно отзывался. И я там сказал такие вещи, что тигр-ветеран в игре это по сути танк без недостатков, ну сами посудите. У него достойная броня, он ничего не стоит, его стоимость 7 за спецочков. Люблю, когда в конце боя, когда уже все понятно, пишут союзников ИК. Захотел кулачками подраться.
где? Я хочу доказать, что не только у арийцев есть Годзиллы. Азиаты тоже он любит петарды отправлять. Нет, так не нащупать. Хотя мне сдается, что это поправили, потому что я перестал таким образом видеть. Но оно и правильно. Даже типа не совсем нормально. Радист. Давайте солью радиста, пусть обрадуется. Я хотел его кулаками забить. Не получилось. Я не знаю, здесь комментировать уже нечего. Можно взять вот этот флаг. А что я, собственно? Вперед? Жалко, бонзая нет. Я не понимаю, куда снаряды летят, честно говоря. И мне надоело думать. Я, в принципе, не думал весь бой. Чего бы мне начинать? Так. Бум. Десант. Ну, у меня, понимаете, у меня очков реально на 3 войны хватит. Русско-японский, японский-китайский. Я думаю, что еще останется. Откуда куриц? Неужели мы сломали загоны и они разбежались? По всей карте. Да. Курица — это определенно то, что сейчас буду комментировать. А ее можно, интересно, ударить? Чикен. Лол. Я, кажется, нашел, чем я буду заниматься все выходные. Куда же ты? Зато экипаж, кстати, подбил. А еще курица, я же видел. Слушайте, это интересно, на самом деле. А корова, то есть, получается, тоже можно забить? Что за руфлы-то? Вон они, подождите, смотрите. Эх, я не успею, да? Там много курицы. Их можно было кулаками или взглядом растворить, как я это и сделал. Прям как Виталю. Японцы не только на атом рассчитают. Расщепляют, рассчитают, что за слово... Виталий Волков, но еще и куриц. В принципе, на этом можно бой закончить. Не, ну, если серьезно, то, конечно, моя игра здесь была абсолютно несерьезной. Можешь мне даже об этом не писать, я с вами полностью согласен. Я верю, что я играл недостаточно амбициозно, как будто не был заинтересован в этой победе, потому что знал, что мы выиграем, потому что знал, что модератор не подставит. Такие вот дела. На связи был Флэс. Не обижайте куриц. И всем, конечно же, удачи. Конец связи.